Кузнецке состоялись соревнования открытого Кубка ДСАФ России и чемпионата Пензенской области, посвященные памяти Виктора Якушева. В них приняли участие около 100 спортсменов из Пензенской, Саратовской, Самарской, Тамбовской и Ульяновской областей, а также Республик Удмуртии, Башкирии и Мордовии. Медали разыгрывались в 6 классах мотоциклов с объемом двигателя 65, 85 и 125 кубических сантиметров, а также категории Open, Ветераны и ЧЗ.